Всем привет, друзья, гости нашего канала, а также наши подписчики. С вами, как обычно, канал Pitbull и Black Mamba. Ну что ж, друзья, сегодня настало время уже прикармливать собак, но уже прикормочка будет совсем другой. Так, Мерседес. Мерседес, вот он этот мерин. И его, ну, два озорняка. Мерседес и вот этот вот мальчик. Ты тихо. Тихо. Сыр. Так, тихо. Все. Ой, сейчас придется выпускать. Готовим тряпочки. Стандартные наши. Ну, тихо. Мерседес. Теки, все, помолчи. Помолчите. Так. Все. Детки, конфетки. Кто тут у меня у ног? Ой, ты, привет. Так, ну что, жиропупики, давайте, кушать. Дети, текюди, дети, кушать. Детки, погнали. Давайте, вот так вот. А что мы двое не выходим там? Что сидим? Кого ждем? А кого ты там ждешь? Не? Ну, лапками туда лезть-то не надо. Господи, какой ты некультурный. А ты что там пищишь? Девочка? Так, сейчас будете обсывать не весь пол, да? Ну-ка, иди сюда. Не задвинул-ка я, надо задвинуть. Убегать будут. Не кричим. Так. Давай-ка ты отсюда. Иди туда, кушай. Оп. Кто это тут такое? Ты кто? А ты у нас кто? Ты у нас Барби? Барби Беллиц. Барби. Ну-ка тихо, Текила. Уйди. Теки, уйди. Барби-то у нас тоже не подарочек. Злобная маленькая Барби. Да? Ты злобная маленькая Барби? А? Смотрите. Массажик ей такое дело, а ей он не нравится. Пока. Ну а что ты там сидишь? А ты кто у нас? Кто ко мне пришел? Кто ко мне пришел? Ой, господи, дети. Давайте, кушайте. Эй, господи, а ты-то что? А? Ты тоже ляпками будешь дрыгать? Оп, писюнька. Оп. Ой, это кто у нас? А это кто у нас? А? Это тоже еще одна крохопулечка. Ну, что вы там сидите? Эй, детеныши. А что вы там сидите, детеныши? Надо подстилку сейчас будет убирать. В общем, дурдом. Ну что ж, ребят. Ой. Так. Они тут мне записали все. Вот такая вот картина. Детки там гуляют. Остальные кушают. Ну, там хватит на всех, там прилично корма размоченного. Постепенно приучаю уже к взрослой еде. Так, все. Теки, молодец, мамочка. Хорошая мамочка, Текилка, да. Умничка. Но, ребят, надо постепенно к еде их уже приучать, потому что им уже 18 числа исполнится ровно месяц. Вы представляете, 18 уже месяц. Я в шоке. Вот. Вроде совсем недавно мы с Ирой здесь сидели, принимали роды. А уже посмотрите, какие они большие. Смотрите уже, а? Вы смотрите, вот какие вот такие вот. Это кто наш такой? Это кто? Это Барби опять попалась там, Барби. А ты куда полез, а? Эй, Скруджик, иди сюда. Кто это у нас тут такой говнюшонок? Ну какой ты тяжелый, офигеть. Вы посмотрите, он даже в камеру не помещается. Весит килограмма 3, наверное.
Какой ты тяжелый. Какой ты мордоворот-то прям, а? Ребят, шикарнейший кабель. Просто шикарнейший. Бомба просто такая. Квадратик. Иди, попка. Кто там на меня? Кто это тут на меня? Кто это? На, это кобель, да? Ага. То, шоколадная детина. Слушайте, очень тяжелый, уже все. Еще и свирепый. Да? Еще и свирепый. Еще и свирепая детина. А? Что? А что ты меня кусал-то? А теперь я тебя буду кусать. А теперь я тебя буду кусать, свирепая детина. А, свирепая детина? Кто это у нас? Ты жлобный? А, это ж Мерседес. Ну, здравствуйте, Мерин. Привет. Мерседезина. Мерседезина, ты спокойный, Мерседезина. Ай, ты Мерин мой. Дай покажу, почему Мерседес-то. Ну, стой, ну, подними. Вот видите, полоска, еще бы в бок одна бы была, был бы Мерседес. Ну, практически. Ну, это так. Так, 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 ты-то там как оказался? Иди сюда. Иди сюда, кто это? Барби. Опять Барби там путешествует. О, ребят. Рандя, кто там к тебе в гости пришел, Ран? Кто там к тебе в гости пришел? Малыш? Эй, а ты что там в гости сходил? Ты к папке в гости пошел, скажи, папка. А это кто? За злыдня. Так, а это Кобелина он. Смотрите на этого кобеля, что делает. Ребят, смотрите, что он делает. Теки! Так, так, ладненько, давайте-ка мы их поднесем немножечко. Ну-ка, кушать. Уйди, Тек. Давайте, лопаем. Не стесняемся. Иди-ка ты сюда, красавец. Давай. Так, 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 от пылесоса кто? А, злобная сестра Барби. Давай-ка ты тоже покушай. Тяжелые уже. Эй, эй, дети! Мерседес, да? Ну, конечно же, Мерседес с грязным подбородком. Кто же еще может быть? Мерседес. Мерседесина. Смотрите, ребят. Опа. Ну, посмотрите на эту тушу. Вы посмотрите на эту тушеночку. Тушенка. 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 А чё хвост трубой? Тушенка. А? Опа. Опа. Вот такие вот ребятишки. Ну вот, вот так вот, ребята, я их подкармливаю. Так, подождите-ка, чё-то я не понимаю. Эти вообще кушать-то собираются или нет? Э! Один, давай-ка иди сюда, ты тоже. А вы что это у нас? Вы так и не вышли, что ли? Ну-ка, давай-ка кушать. Кушать? Да, хотя он сытый все, посмотрите вон на этот пузян. Я тебе... Ты что такой наглый, а? Ты что такой... Кто такой наглый, а? Кто такой наглый парень? А? Сдавайся. Ты что такой наглец, маленький? А? Наглый мальчик какой. Вот такой вот наглёшь, а? Засранчик. Так. А кто тут ко мне призвал? Кто тут ко мне призвал? Ой. Эй. Кобелин, иди кушай. Да не сытый, в общем-то, по факту. Я их кормлю, как это. Как на убой просто.
Они вот все активненькие, сытые. Великолепно. Кстати, сегодня проглистовал. Поэтому... На. Писает. Ну все, вот весь пол мне зас... Кто там? Вылезай. Вылезай из домика. Вылезай. Давай, вылезай. Кто-то там заныкался из шоколадок. Надо теперь доставать каким-то способом оттуда. Иди сюда. Да это Барби, блин. Барби. Ты смотрите-ка. Барби, я знал, что это ты. А Барби, я еще рычишь, еще что-то возмущаешься. Ну-ка давай отсюда, кто-то меня кусает. Ну что ж, ребят, вот такой вот, в общем-то, был прикорм. Ой-ой-ой, вот такой вот они мне кипиш устраивают. Рон, перестань. Смотри, что делает. Так что, в общем, ребят, смотрите сами на это все чудо. В общем, как-то вот так вот. Один уже вон убежал. Вот такие вот у нас каждодневные приключения. Так что как-то так живем. Ну а вам спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. С вами был канал «Огромная стая питбулей Black Mamba». До скорой встречи, ребят.